Итак, игра LGD China против Zenit. С турнирной точки зрения не так уж много эта игра значит, потому что у Zenit 4-6, у LGD China 5-5. Тем не менее, в случае поражения ДК, обе команды могут зацепиться за четвертое место. И победа нужна и тем, и тем. Итак, составы. Xiao 8, DDC, Yao, Sailor, DD против ICICI, Offliner, X-Freedom Support, Ice Support, XU X или XY, Solo Mid и Кэри Яматех. Он же играет под ником NVP. Собственно, вот. Ну и Team Stats. LGD мы уже видели, особо тут сказать нечего. Хороший винрейт. Все у них хорошо, за исключением их игры на International конкретно. Очень нестабильно. Но вот Zenit я на этом турнире опять же еще не видел. Это первая игра Zenit, в которую я смотрю. И давайте посмотрим на их статистику. Во-первых, 59-48 винрейт. Хороший винрейт. Винстрик 9, лустрик 3. Ничего особо примечательного. Среднее время игры достаточно среднее. Ну, скорее, достаточно длинное. И Darkseer, Invoker, Tinker, Лишрак и Shadow Demon у них являются любимыми героями, в то время как Disruptor, Razor, Bounty Hunter, Morph и Pack самыми успешными. Команда очень харизматичная, очень интересная. И, честно говоря, даже не знаю, чего от них ожидать. И вот так вот мы уже видим на наших экранах. Да, чуть сетку поправила, у меня не совсем была правильная. Борьба в группе Б. Ну, ситуация такова, что Virtus.pro могут еще набрать 6 очков. И как это не смешно, чуть ли не там не побороться за выход. То есть LGD International. Да. LGD International они могут обогнать, Rattlesnake могут, Tungfu могут, Liquid. Ну, в общем, интересно. В общем, достаточно интересно в любом случае, но для этого в ВП нужно набирать очки. Я к чему это сказал-то вообще? Я к тому, что посмотрите на группу А, где все практически понятно, и Маусом и UFC уже никак не могут попасть в четверку, Zenit... ДК и LGD цепляются, и Dignitas, Na'Vi, Fnatic уже фактически там, где нужно. В общем, достаточно интересно. Ну, а тем временем у нас уже прошла добрая половина пиков. Итак, ДК Герокоптер от LGD, забанили они Деваура Лайфстиллера, Алхимик Бэтрайдер в бане от Zenit, и, собственно говоря, у них был первый пик, они забрали... Нет, у LGD был первый пик, они забрали ДК. Ответ Визаж Сирена, ну и Герокоптер. Бан Магнуса, бан Бестмастера. Банят героев, на которых играет Ксяо обычно. Ну, потому что это уже практически наверняка ДК будет от Яо. Тинкер и Лон Друид. Любимые, одни из любимых часто героев Zenit. Ну вот Darkseer. У меня такое ощущение, что это будет вообще какой-то... Ну, посмотрим. Ладно, посмотрим, кто на ком сыграет. Не до конца понятно это в LGD. Что касается Zenit... Тоже любители они поменяться ролями. Зенит команда абсолютно непредсказуемая, что и говорить. Маус 1-0 повели у MUFC. И по словам Матрикса, MUFC чуть-чуть не выиграли Маузов. Да, явно вот MUFC... Маус, Virtus.pro и Rattlesnake — команды, которым очень непросто приходится. Ну, правда, Rattlesnake цепляются еще на самом деле за несколько игр и могут еще пару очков. Тем временем Shadow Demon уже отправился в бан, потому что Джакира и Квапа были добраны Zenit. Ну, наверное, Квапа будет у нас от XY. Стоп, подождите, кто у них кэри? Давайте вернемся. Я в ролях Zenit все время путаюсь.
А, Yamato Carry, конечно, все правильно. Да, тогда Квапа от XY, хотя это может быть и Квапа от Яматеха. Но Нага Сирена — это герой Яматеха. Вот абсолютно уверен, что Яматех будет играть на Наге. XY на Квапе, Айс... Ну, Фридом играет на Визаже, Айс будет на Джакира, и герой Айс и Сайс остался. Антимаг, кстати, забанил командой LGD, забрали они сами Никса. Хороший пик у LGD, прямо мне очень нравится. Не, ну матчи, могу сказать, что просто огонь. У MUFC Matrix написал, что Soulmider взял Чена и пошел в лес. Нормально. То есть там MUFC вообще что хотят уже делают. Вот прямо совсем что хотят. Так, First Game LGD Zenit написал у Твиттере. Все кастеры прямо очень-очень-очень-очень ровненько идут сегодня. Вроде как чуть-чуть подотстали у нас. Сейчас скажу, какая линейка. Где играли у нас IG, Orange. IG Orange у Каспера были. Первая игра была очень жесткая, а во второй игре IG обыграли Orange буквально за... Ну, в общем, я не помню, за сколько минут, по-моему, 13. Но смысл в том, что игра закончилась со счетом 9-0 в пользу IG. Абсолютно сумасшедшая группа Б. Ну и что, SN King у нас закончил пик Зенит. Видимо, Ice будет играть на SN King. Каком-то хардлайновом. Ну, это Ice, это бред полный, но это Ice, он может играть на SN King хардлайновом и может даже на нем вообще там убивать. Без особых проблем. Last Pick LGD, думают, они очень долго над этим пиком, но в итоге это Лина. Итак, расстановки. Ксяо забирает Дарксира. Да, Яо на ДК. В этом я был абсолютно прав. Сайлор на Герокоптере, DD на Лине и DDC на Никсе. DC любит всяких жуков, пауков. Зениты. Зениты, видимо, собрались там в кружок, так знаете, как команда. Обсуждают что-то. Готовятся. Подбадривают друг друга. Сначала один подбадривает другого, потом... меняются. Так, ну вот, Айс у нас все-таки на сирене. Так, давайте, дайте мне вернуться в игру. Демоны. Айс на Джакира, Фридом на Визаже. Тут я был прав, Яматех на Сенкинге. Ух ты, у них Эльгато. Синяя сова, серебряная сова. Синяя сова. А что значит серебряная сова? За что она вообще дается? Ой, да бог с ним. Эльгато. Вход кого-то из Beyond the Summit. Ну а здесь рыбка, принадлежащая LGD. Вот так вот Зенит. Обогащают LGD. О, это же точно, это же у Зенитов Эльгато. У LGD и LGD. Все, уже совсем поплыл. Ваш кастер, Сайлор на Герокоптере. Ну, все стандартно абсолютно. То есть стандартная расстановочка. Эльгато это кошка на испанском. Ну, там чей-то кот. Я не знаю, чей это кот. Может быть, Бруно, учитывая, что он аргентинец.
в Аргентине не на испанском, случайно, говорят? И аргентинского языка нет, там все на португальском, на испанском в Латинской Америке говорят. В общем, суть в том, что Beyoncé сами в свое время снимали эту рекламу, где был Эльгато. The battle begins. Хорош. Итак, Ice 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 будет играть на сирене. Вот так вот делает иллюзии, забирает. Ну, по сути дела, герой, который мог, наверное, единственный как-то эффективно применить реген на первом левеле. Очень интересная трипла. Трипла с сиреной. Вот оно в чем дело. Да, сирену отправляют фармиться. Ксу на квапе идет на нижнюю линию против Дарксира, а Сын Кинг играет против ДК. Да, вот они, Зенит, во всей красе. То есть совершенно какие-то непонятные решения. Нестандартные. Не то, что непонятные, а вот именно нестандартные. Посмотрим, как LGD сыграет против всего этого. Вот в этом-то вся сила Зенит. То есть, ну, тяжело играть против настолько нестандартной команды. ДК пока что в порядке. Ух, проткнул мечом. Да, у ДК есть хорошая пассивка, дающая ему реген. Ну, правда, у Сын Кинга есть вот такая вот тоже пассивка, дающая ему урон. Очень жесткий. Айс-айс-айс, ну, получал много урона под стан. 200 урона целых. Ну, для сирены действительно много, учитывая 8 армора. Дарксир забегает все правильно, но получает дагер. Да и все на этом, в общем-то. И спокойно фармит крипов дальше. Да, стопроцентный будет крипсат у Дарксира. Пауза. Пауза у нас. Техническая, как написали. Какой же, говорит, Сандерен убогий. Ой, там Бадхёрт по поводу Сандерена в Твиттере. Продолжается у нас здесь игра. Яу, достаточно это гоняет неплохо Сын Кинга. Лопаются крипы. Это очень неприятная тема. Но пока что у ДК все в порядке. То есть у него нет никаких проблем. Подкоп от Яматеха. Не, Суломит Сын Кинг — это интересная штука. Конечно, меняться по ХП Сын Кингу очень невыгодно. Очень-очень буду плотно следить за этой линией. Постараюсь ничего больше не провтыкать, потому что... Ну, у Сын Кинга есть пару фишек. Вот просто посмотрите, что он делает. И ДК даже не может подойти к крипам, потому что если он будет подходить, его будет так жестко пробивать вот этой пассивкой. Она же второго левела. 130 урона магического, против которого не работает армор ДК. Да, Яматех, посмотрите, что делает с ДК. Просто уничтожает. Буквально один крип был, по которому Яматех дал подкоп, дал удар по крипу, и Яо потерял кучу хп. Соло Мид Сын Кинг. Так, по одному крипочку удар. Сейчас по второму крипочку удар. Барроу Страйк, и все крипы лопаются. В результате у Яматеха 20 крипов. Правда, Яо тоже не страдает, у него 23 крипа. Дарксир 23 крипа, но вынужден он уходить, потому что не дофармил он ни до батла, ни до чего. Или все-таки дофармил? Нет, дофармил он себе ботл и дофармил он себе рецепт на Soul Ring. Неплохо, надо сказать, тут Ксяо устроился.
Что у Сирены? У Сирены 14 крипов, у Герокоптера 23. Да, Сайлор тоже не бедствует. Еще и суппортом дают отводить. Здесь же суппорт не могут отводить, потому что этот спаун, судя по всему, заблочен был. Или до сих пор заблочен? Нет, уже не заблочен. Ну, видимо, был заблочен. По левелу третий, почти третий. Второй. Четвертый. Четвертый. Да, отводит. По-любому Лина там, судя по всему, пару раз очень жестко отвела. Хотя по XP, опять же, никакого особого преимущества нету. Яматех уже забирает шестой. Ну, он не сможет ДК, на самом деле, убить, потому что ДК ему успеет отвесить Dragon Tail. Более того, какой-то битый совсем Яматех. Вторая пассивка. Честно, песок на какой вкачает. Знаменитый Синкинг от Сайлента. Кто помнит. Мы с Инмейтом, кстати, искали эту игру, так не смогли найти в первый день, когда приехали. Мне в ВКонтакте кто-то спросил, кто говорит лучший Синкинг современности. Ну, мы начали искать легендарную игру, где он на 10 левеле не взял песок и только плюсик вкачал. То есть он, ну, это был там, долго он рассказывал, почему так, это был там мисклик где-то. Ну, в общем, в итоге это было что-то. Яо не дает особо Синкингу развернуться тоже. Так, выходит сюда Freedom, но Яо спокойно забирает руну. Ну а почему было бы не помешать ему застанять и как-то замедлить? Мне кажется, можно было вполне. Забрал бы Инвиз Визаж. Ну ладно, в общем, не стали рисковать, отдали ДК руну. 0-0, седьмая минута игры. Напоминаю, что это достаточно важный матч и что обе команды, ну, хотят победить со счетом 2-0. А если и не 2-0, то как можно больше очков набрать. Поэтому здесь будет борьба до самого-самого конца. В свое время у меня кто-то спросил на стриме, говорит, что за звук, когда как будто мешки с мясом лопаются. Я не мог понять, что это такое. А оказалось, что имеется звук вот от его... Ну, Синкинг, когда его пассивка срабатывает. Достаточно забавно. Действует на катапульты, несмотря на то, что магический урон, по-моему, да, действует на катапульты, не по-моему, а точно даже. Но не работает на катапультах. То есть взрыв действует на катапульты, но при этом сами катапульты не взрываются. Такая вот особенность. Ну что, восьмая минута, долго-долго все это происходит, и сейчас Яо, нашедший руну... Да, знают о том, что он здесь. Прекрасно абсолютно знают, что он здесь. И он выходит из инвиза, спокойно уходит. Синкинг тем временем с арканцами. Еще и фласочку себе принес, чтобы быть фулл хп. Да, вот те самые 2.17, про которые рассказывал инмейт, что вот эти вот... Нет, не инмейт, Жотом Медведь на стриме со мной. То, что вот эти 0.17, это время подброса героя. То есть стан 2 секунды, но еще на 1.17 герой подлетает в воздух. Из-за этого вот такая вот крутая, кривая цифра. Крутая кривая. Раскастовывает ультимейт Синкинг. По-моему, 2 секунды. Нифига себе. Последний толчок 700, а начинается с 275. Я вот, честно говоря, даже не знал, что настолько жестко. Пытаюсь найти время, за которое он раскастовывает. Ну, 2 секунды же, правильно? Раскастовывает Синкинг. А, да, 2-секундной подготовки. 2 секунды. Так что, по идее, идеально через Shift прокликанный Barrow Strike должен станет на такое время, что Синкинг гарантированно... Использует эпицентр, и кажется, это может быть ФБ. Пошел эпицентр. Ну и все, это минус ДК. Причем это второй эпицентр, такое ощущение. Нет, это эпицентр, но тут очень много толчков. ФБ на 9.00. И Зенит повели. Ну, тем самым у Синкинга сейчас вообще все просто отлично.
забрал ФБ, правда, визаж, но Сенкинг получил золото, получил еще возможность пофармить и очень близок к даггеру. Но вот такой Сенкинг — это другое дело. Сверху какой-то врыв. DDC умирает, бежит дальше за Линой. Яматех достает краешком. Здесь же Яо. Риптайд, и какой Soul Ring фейловый. Джакира умирает с ульты. И Сенкингу нужно уходить. Да, красиво зацепил краешком Яматех. Ой, Яматех. Айс-айс-айс прожал Soul Ring, чтобы еще Риптайд дать. Но у него осталось совсем мало хп. Яо, выжидший из таверны, очень хорошо сейчас помог своим тиммейтам. Ксяо пока что не заметен, что для Дарксира абсолютно нормально в начале игры. У него, правда, уже намечается мека. Причем так плотно намечается. Действительно, он очень близок. Контролит руны. Никс приходит немножко поесть экспы. Ну и Ксу тоже пока что. А вот Ксу уже пора бы себя проявить. Все-таки это Квапа, это не Дарксир. Не нужно фармить меку, не нужно фармить там 10-11 левел, чтобы ставить стенку. Кстати, стенку берет на 9 уже Ксяо. Кроссавчик. Dire's top tower is under attack. Сайлор без ракеты, 7-го левела. Выходит фаст БКБ. Базилка, Magic Wand, фейзы и все, и больше ничего покупать не будет. БКБ должно получиться достаточно быстро. У DD уже есть ульта. У DDC ульта пока что нет, насколько я понимаю. Да, он 5-го левела. Лину решили покачать пораньше. Так, ну вот уже готов баклер, рецепт на ХДРС, то есть готова ХДРС-ка и 300 монет Дарксиру до меки. Очень близко. Тем временем Яматех с первым песком, третьей пассивкой, идет кого-то искать, и кажется, это Никс. Обходит его сверху. Идут в лес, и это минус Яо. Эпицентр. Да, без шансов для Яо. Яо пока что только... В основном фидит, не только фидит, все-таки помощь от него тоже есть. Ну, отличный фраг от Яматеха. У Яматеха к 15 минуте назревает даггер сверху. Это куча ТП. Да, что-то ничего не добил Яматех из этих крипов. Он зато когда пульту добил. И буквально парочка крипов остается ему до даггера. Так, была задана на вышке, это еще сотка. Этого не хватает. Этого все равно не хватает. Да, очень нужная, конечно, штука. Блинкдаггер сейчас на Сенкинге. И он есть. 12-15. Блинкдаггер, арканы, 10 левел. Еще бы 11 подфармить в идеале. Но вот как раз у него есть 80 секунд, чтобы зафармить 11 левел и уже влетать с эпицентром. Чем больше левел ульты, тем... больше радиус. Ну, естественно, больше радиус, потому что, получается, чем больше левел ульты, тем больше количество толчков. Соответственно, как бы видите, 6 толчков. Это 525 радиуса, 7 это 650, и на последнем левеле это 700 радиус. Ну, в любом случае, Яматех кастовал вплотную оба раза эпицентр. Хороший Синкинг-то получается. 3-2. Зенит ведут. Я уже вижу, как Мали смотрит эту игру. Менеджер команды LGD кусает там себе локти. Не знаю, пальцы. Все что угодно. Потому что опять непростая игра. И игра очень важная. Потому что и так уже напроигрывали очень много. Но есть шансы до сих пор попасть в виннера. Radiant's top tower has fallen. Итак, 14 минут. 14 минут. Айсасяйс, Транквилы, Soul Ring, Magic Wand. Да, интересная закупка. Уже прилетел сюда Дарксир в инвизе. Герокоптер готов. У Дарксира какого левела? Вакуум 3-го левела. И палец он. И сейчас увидели, что он спалился. Ну, то есть Ксяо должен уже все понимать, потому что на него Нага пыталась накинуть сетку. Рановато. Сенкинг до сих пор не 11-й. Это плохо, потому что на 11-м на пару толчков больше. Это было бы так приятно.
Тем временем ждут сверху. С моря погоды. Синкинг. Дарксир Сурдж. Сейчас будет драка. Все уже здесь. Все 10 игроков на этой вышке. Палят Дарксира. Можно застанет Дарксира. Дарксир! Вакуум. Сурдж, нужно уходить. Яматех в очень опасной позиции. Никс заползает. Стан. Яматех. Раскастовывает ультимейт. Яматех запрыгивает. Баро страйк. В кого? В Дарксира, который уже поставил стенку. Поздно. Отличный стан от Диди. Минусует. Кого минусует? Никого не минусует. Я очень битый. Скрим от Квапы. Минусует двоих. Трипл килл Квен оф Пейн. И Визаж добивает Никса. Более того, зацепили еще и Селлора. Но нет, Селлор уже точно выживает. Вот вам и Зенит. Шикарная атака абсолютно. В узкий проход, эпицентр. Минуснули первым Дарксира. Хотя, опять же, Дарксира, наверное, не стоило убивать первым. Ну, какая разница? Здесь уже просто, скорее всего, любого героя. Ну и хватило ХП для того, чтобы жить. Посмотрите, как мало ХП у всех осталось. У Сенкинга. Там Визаж, по-моему, улетел на лоу ХП. Ну и Ксу. Аки Досподарь, Ксуай. Разобрался с игроками команды LGD. Просто скрим по всем. Шикарная ульта. Судя по всему, фармить себе хекс. Вообще с Сенкингом идеально возошла Шива. Вы представляете, что такое Сенкинг, влетающий на эпицентре... еще Шива, и все просто не могут ничего сделать. Более того, Ульцин Кинга где-то год назад, по-моему, это ввели, даже больше, полтора года назад, ввели патч, с которого Ульцин Кинга замедляет в БКБ. Раньше БКБ он не пробивал вообще никак. Так, атака, сирена, ой, как может быть опасно. Фридом, здесь, Сенкинг, готов, айспас, по троим, стан, шикарный, Сенкинг минусует Лину. Ульт от гирокоптера великолепный. Это 2 в 1 в пользу LGD. Dragon Knight без ХП. Айс-айс-айс уходит. ДК. ДК. И ДК убивает Квапу. Еще и минус вышка. Вышка 1 на 1, потому что сверху катапульта разбивала Тауэр. Но это тимвайп от Зенит. Тимвайп от Зенит, а LGD... А знаете почему? А потому что гирокоптер купил БКБ. Вот он дофармил свое БКБ, прилетел, юзанул и все. И нечем было дальше драться. Несмотря на то, что вроде классно поймали зениты. И опять же, под ульт Сенкинга так бы классно это все заходило. Но Сенкинг просто не смог раскастовать свой ультимейт. Либо был кулдаун, либо не нашел Яматех времени. Ну, 5 в 2 это просто шикарно. Тем более, что выживает гирокоптер, выживает ДК. Только что посмотрел, 12 января ввели на БКБ. Ну, как раз полтора года назад. Я помню, это был тот самый новогодний патч, по-моему. Не, ну, 12 января не этого года, а прошлого года. То есть, вот, это нужно сделать. Акцент, во всяком случае, в первой доте. Да и во второй тоже. 12 января, получается, 2012 года. Как раз тот самый патч, где там были пуджи и ёлки, пуджи в снеговики, ёлки. Там появились три новых героя. Один из них такой был новый герой. Непонятно, что он вообще делает, Скайрос Мейдж. Да, тогда он был новый, а сейчас он уже старый. Ксу! Была Квапа, а нет Квапы. Не, ну, конечно, это было рискованно начинать с Мистик Стафа собирать, если это Хекс, конечно, если это не Шива. Но, скорее всего, это Хекс. И в результате что? Он с этим Мистик Стафом два раза ему не хватило чуть-чуть. Смотрите, какой агрессивный. Я думаю, что LGD должны... Ой, Сенкинг! Сенкинг! Какая ульта! Сколько урона! Входит Мека, стенка от Дарксира, ставится шикарный стан! И все выживают! Это минус 3! Квапа байбэкнулась! Где Квапа? Квапа на хосте только что прибегает сюда, но вот не хватило. Того же самого, чего не хватило в свое время артстайлу. Ульт и гирокоптер улетает. Но все-таки смог стереть Лину. Есть Карапас. Есть Карапас. Есть Карапас у Никса, он готовит свой Карапас.
решают LGD отступить. Как же здорово сейчас подрались LGD. Не хватило Зенитом совсем чуть-чуть. Вот неправильно сделали. Байбек Квапы. Квапа побежала на хосте, но нужно было дождаться Квапу. Влетел шикарно Яматех. Оставил буквально там на прокас Квапы, а Квапа в этот момент бежала. Чуть-чуть не сыграно. Вот добежала бы Квапа, это все, это было бы минус там 5 от LGD. Но в итоге чуть-чуть не хватило одного забрать, чуть второго. Дарксир отступил, Дарксир скоро БКБ. Ну что, Яо тем самым уже имеет у нас БКБ, Сайлор БКБ, Ксяо скоро с БКБ будет. И Сын Кинг будет, ну, бесполезен, в общем-то. Потому что замедляет он или не замедляет. ДК, в принципе, все равно, если он в ульте. Гирокоптеру тем более, у него вообще там все супер. Ну и Дарксир будет все равно. То есть уроном пробивать он не будет. Замедлять будет, да, но никакого урона. Сын Кинг собирает, возможно, тоже БКБ. Потому что тоже магия ему достается очень-очень больно. 12 левел, 2-2-5. Самое время открыть, посмотреть фэнтези поинтсы. Вот Ксяо, посмотрите-ка. Ксяо тащит. DDC тащит. Так. Ахтунг. Чуть не произошла у нас беда. Но не произошла. Да, БКБ готовы у Дарксира, и теперь он будет еще жестче. 3-1-4, между прочим. Ксяо хорош. Реально хорош. Сайлор, стандартная бабочка. Хотя здесь ты как раз и... Не знаю, насколько бабочка. Может быть, имело смысл какой-то доминатор купить. Но в чем логика бабочки? Это не только evasion и армор. Это прежде всего урон, скорость атаки. Вот просто он купил игл, у него плюс 25 к урону, плюс 25 к скорости атаки. Быстрее бьет, быстрее, ну, сильнее бьет. Демон Эдж дает только к урону. Он дает практически в два раза больше. Не 20, а 40. Без проблем особых разбираются с вышкой. Красный дракон солидно напрягает тауэр. Наверное, придется перепризвать фамильяров. Нет, не придется, потому что LGD не обращают на них особо внимания. Сайлор уже на миде. 22-22 на таймере. Ну и LGD уже торопиться-то можно и не торопиться, потому что... Да ладно, Нага собирает Радианс. Только подумайте. Вот это очень опасно для LGD, потому что, зная, как они любят тянуть, этот Нага сейчас соберет Радианс, и вы вообще к ней не зайдете. Не то, что на хайграунд. Это Ice Ice Ice, это человек, который, проигрывая там 15 тысяч, умудрился загнать вражескую команду Нагой на хайграунд. Причем по всем трем линиям, чуть ли не в одиночку. Я не помню, что это был точно за турнир какой-то азиатский, но Ice 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 может. Да. Что нужно собирать Наги, когда ты всасываешь в щи игру? Как не смешно, но это иногда это реально Радианс. Особенно если ты Ice Ice Ice. XY действительно собирает Хекс, но вот решил он начать действительно с мистика, а не с ультимейт арба, и за что уже, по-моему, поплатился разок. Но теперь-то в любом случае у него есть и то, и другое, остается только Void Stone, очень дешевый. Что у Сын Кинга? Сын Кинг должен фармить достаточно активно, я не могу на него кликнуть мышкой. Вот. Ну, до БКБшки далековато. Тем временем Кура у нас принесла что-то ценное, за ней гонится ВВС... Сингапура.
два Брасера и Клок у DDC. Ну да, играя против Синкинга, это нормально. Вот она, Нага, у которой есть, кстати, Сакрат, отводит крипов. Но здесь ДК уже абсолютно параллельно. Нет, спокойно разбираются с вышкой, и теперь можно отступать. Хекс на квапе, 25-я минута. Все равно достаточно быстро получается Хекс, правда, без БКБ. И нужно быть вдвойне аккуратной квапе. БКБ очень нужная штука для Сенкинга, потому что вот она летит, потому что есть Никс, и Никс может его закарапасить, это очень неприятно. Вот, посмотрите, как кот разносит вещи. Огромный, жирный кот. И его несет маленькая птичка. Такой еще злобный. Нормально. То, что нужно. Смоук. Смоук от зенитов. Зениты хотят... хотят атаковать. Ой, какой жесткий ДК. ДК купил себе ривер. Прочный ДК. Сбивает линку. Это Яматех, настало твое время. Давай, давай, дружок. Ждут Нагу, чтобы со сном войти. Ну нет, LGD осторожны. Так, увидели Сентряк. Сентряк здесь явно неспроста. Кто-то здесь подошел. Что у нас у Наги? У Наги 27-я минута, Радианс. А теперь вот начинается самое интересное. Под названием... о, под названием вытянули Яматех. Яматех, БКБ. Уходит. Это Эльгато. Если вы спрашиваете про курьера. Ну и что, видимо, отдадут Рошана. Нага с Радиансом поджигает. Хотя, учитывая наличие Наги, действительно опасно. Ну вот он начинается. Нага, которая... сегодня мы с Ластом только поговорили о том, как Рошана... тяжело забирать с Нагой. Да, очистили, расчистили здесь место, чтобы не летали фамильяры безнаказанно. Двадцать секунд Сенкингу до БКБ. Айсайсай жесткий абсолютно. Квапа. Квапа! Ксу! Какая ошибка от Ксу! Все в Ксу! Ксу это как Арстайл, только Ксу. Все в Ксу абсолютно. Фридом. Ой, ну как Фридом? Просто неудачно это ничего не сказать. Айс где-то сверху. Его сейчас зажарит Ксяо. Мастер. Просто мастер. Увернулся от дыхания. Нет, все равно попал по нему краешком. Ой-ой-ой. Это мне напоминает... да, вот эти истории с Клопой, которая рано нафармила Хекс без БКБ и просто вот на ровном месте. Причем ее даже особо Никс не обманывал. Он просто ушел, потому что он был в панике. Его со всех сторон окружили. Он шел в инвиз. Ох, папа, Клопа. Опа, визаж. И Джакира тоже не уйдет никуда. Жан-Лан. Жан-Пан. Жан-Пан Си-Линк. Жан-Пан Си-Линк. Продолжается у нас дота. До седьмого пота. О! Тебя видно! Я
в итоге у Герокоптера действительно мега-килл. 5-0-8 Сайлор. Ну-ка, сколько фэнтези очков он мне принесет? 3-7. Ну, как-то, знаете, не так уж и много. Не так уж и много, Сайлор. ДК вытанковывает. Фамильяр упал номер раз. Второй решил присесть на пенек. Нага готова стилить Аегис. Наверное, самый важный момент в игре. Возможно, самый важный момент в игре. Нет, 1000 хп не убьет. Иди сюда, Айспас, Макропира, все в Дарксира. Никс, ускоряют его. На хосте Яо, бешеный кабан. Был бы здесь Сокс, ты бы уже был застанен. Ну и в итоге очень рано поспешил Айс-Айс-Айс. Думал, что Рошан уже мертвый, а у Рошана было достаточно много хп. В итоге просто отдает Рошана. Не рассчитал тайминг, скажем так. Мека. Ну и все, и Герокоптер с бабочкой Аегисом БКБ пойдет сейчас эту игру пытаться закончить. Тараска должна быть уже скоро готова у ДК. Нет, знаете, у ДК пока что Тараской не пахнет. Да, Ксу очень-очень нужно БКБ Иксуаю, потому что ну, он вообще ничего не может абсолютно. Здесь раз, два... Три стана, еще и ракета у Герокоптера, еще и стяжка. Сынкин культует. Яо, 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 БКБ, Яо живет. Яо умирает, но сколько урона он нанес. Здесь же Ксяо поставил стенку, великолепную стяжку. Айспас. Ну, как минимум на одного должны разменять. Да ладно, как он нашел? Посмотрите, куда завернул. Я даже не знал, что здесь что-то есть. Вот насколько полезно знать географию Доты и географию леса. Все было бы ничего, если бы Никс в одиночку не убил, по сути дела, основного кэрри команды Зенит. Все бы было ничего. Где он его нашел? Ну, красавец, что? Куча брейсеров. Ну, я думаю, Никс загрейдит со временем, пока что у него денег маловато. Может, и худ купит, может быть, продаст брасер, купит какой-нибудь дегерок. Сайлор. Сайлор находит отличный спаун. Вражеский, судя по всему. Ну, мне кажется, только гениальный человек мог застакать себе эншентов на чужом респе. Ну, находит, разбирается, есть у него уже доминатор. Действительно такой максимально живучий Герокоптер, то есть лайфстил, бабочка, БКБ. Чтобы было сложнее убивать. В пользу LGD. У них Аегис, у них неплохое преимущество. Графики совсем не показываю. Вот мы видим, что более 10 тысяч золотом, более 12 тысяч по XP они ведут. Почти Тараск. Почти Тараск. Остается буквально 900 монет. Ксяо побежал, вытягивает Квапу. Ну, кто же знал, что тут Квапа? Сверху тем временем. Да, шикарно. Просто шикарно играть DDC. Ничего не хочу добавлять. Здорово. Шикарно. Слишком дохлая сирена.
как бы есть Радик, есть Транквилла для того, чтобы хилиться, и Сол Ринг для того, чтобы была бесконечная мана, на всякий случай стик, но абсолютно больше ничего нету. Вообще. И в результате 0-6. Квапа получает стан. Джакира мажет станом. Получает тычки замедляющие. Очень больно. Джакира сейчас будет вакуум. Отлично посажен фамильяр. И просто Джакира в момент, когда хотел раскастоваться, получает ульту Лины. Второго левела. Это минус 2. Да, Зенит, конечно, молодцы. Необычно действуют, но этого недостаточно. Сын Кинг. Стан очень битый. Дарксира минусует. Дарксир не успел ничего вообще кастануть. Дарксир выкупается, поэтому и бежит обратно. Яо. Яо умирает. Ну, Яматех. Только Яматех. Попытка от Сирены кого-то зацепить. Не удается. Не удается зацепить никого, и отступают игроки команды LGD. Потеряв одного лишь Dragon Knight. Нет, еще и Дарксира. Ну, Яматех сейчас подарил еще несколько минут игрокам команды Зенит для того, чтобы прийти там в себя. 7000 перефарма Герокоптера над Цинкингом, 8000 перефарма над Нагой. И очень сильно еще и Dragon Knight. Говорят сами за себя. Тут будет невероятно тяжело. Какие-то жесткие моменты описываются. Сэн Кинг очередной раз отстанивает Сайлора. Что Сайлор? Ракета. У Сайлора заканчивается Аегис. Вот буквально 10 секунд. Все. Форстаф есть практически у Лины. 18-13 в пользу LGD. Но это пот. Это пот. Тараска. Наконец-то летит Тарасочка ДК. И Сайлору тоже летит. А, нет, Тарасочка ДК не летит. У него нету денег. Он куда-то все протратил. Зато летит Сатаник Сайлору. И вот сейчас уже просто выбора нету. Сейчас просто нужно покупать какой-то слот на дамаг. Это, скорее всего, будет МКБшка. И это будет такой герой, против которого есть госкипетра, нету госкипетра. Нету госкипетра, нету госкипетра. Нету госкипетра, нету госкипетра. Все, всех пятерых один герокоптер положит. Dire's middle tower is under attack. Забирают иллюзии сирены. 13-го левела Никс. Не пожалел Вендетте. Ксу фармит БКБ. XY. До БКБ остается буквально рецепт. Ну, хватит ли на это времени? XY. XY уходит. Сайлор. А Сайлору только этого и надо. Оп, крипы. Тогда я ТП-шусь, ребят. Возможно, будет до следующего Рошана у нас продолжаться эта дота. Да, ну как всегда, если ты не имеешь подавляющего преимущества, хотя подавляющее преимущество здесь в принципе есть, 10 тысяч, но все-таки, чтобы не рисковать лишний раз, дождутся Рошана. Рошан 16-го левела Дарксир, 16-го левела ДК Герокоптер. Никс пока что не 16-й, Лина тоже, но тоже у них с экспой достаточно все весело. То есть есть вторые ульты, это приятно. Сын Кинг также забирает 16-й. Купил себе ультимейт орб. Интересно, для чего ему ультимейт орб? Понятия, честно говоря, не имею. Ну и божественная сирена от Айсайса пока что не впечатляет.
ДК наконец-то дофармит Тараску, которая у него уже могла быть дважды, но все время приходилось куда-то лезть. Где-то умирать. Минута осталась до Рошана. Так, ДД забирает Яо. Летит к нему Тарасочка. Нет, не летит. Она у него осталась дома. Видимо, что-то другое летит в куре. Это фласка. Конечно. Ты Ксяо. Ксяо просто гениален. Зачем на такой стадии игры нести себе фласку? Или это Диди? В общем, не знаю. Может быть, думал выложить гем. Наверное, это самое логичное объяснение. Обратите внимание на количество сентриков. Раз, два, три, четыре. И количество вардов команды Зенит. Просто посмотрите их вижен. В своем лесу все абсолютно заваржено. У LGD, конечно, гораздо меньше вардов. Но я не понимаю, зачем такое количество жесткое. Свой high ground. Точнее, свой вот этот вот лесочек. Здесь. 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 Еще и куча сентрей. Мне кажется, уж гем дешевле купить, если вы такое количество сентрей покупаете. Ну а Гассирена, Манта. Худо-бедно два слота нафармили. Сайлор просто залетает на Рошан. Яо вместе с ним. Яо Тараска. Ну и опять же, очень важный момент, как всегда. Всегда у меня на стриме. Сможет ли застилить на этот раз сном? Фамильяры чекают. Иллюзии. Да, теперь иллюзии еще больше. Теперь еще и с манты иллюзии. Всегда есть чем прочекать. Он вакуумом убил птичку. Это сколько же, ну, сколько же у него хп было. Там же бешеный магический резист. Да, Рошан-то оказывается и не так просто собрать. Вот Зенит что-то знают про игру в доту, определенно. И любая другая команда уже проиграла бы. Эти терпят. Так. Айс-айс-айс еще и фармит. Посмотрите, фармит раз лес, фармит два лес. Еще иллюзии, боже, какой он жесткий. Начинается драка. Синкинг. Дарксир. Синкинг уходит. Квапа ультует, уходит. Мека. Прожатая БКБ Синкинга, прожатая БКБ Квапы. Нет, Квапы, у Квапы нету БКБ. Прожата БКБ Дарксира. Синкинг и Дарксир прожали БКБ. Сирена, самое то. Ульт! Ну, нет, не удается, потому что грамотно Герокоптер включил БКБ, все очень четко сделал. И забирает себе Демон Эдж еще дополнительно. Ну, фактически готовый МКБ у него. Тем не менее, сколько всего за это время Сирена успела зафармить, это просто офигеть. Да, еще чуть-чуть, и самое время будет продавать, наверное, Транквилла, покупать какой-то нормальный ботинок. Может быть, какой-то... Ну, Тараска здесь нужна. Вот если Сирена соберет Тараску, бабочку, второй диффуз. Тараска, бабочка, второй диффуз, и у него будут какие-нибудь травела. Вот такая Сирена может очень жестко с Герокоптером побороться. Но на самом деле все равно Герокоптер такой суровый уже. 6-0-8. Без смертей. 4-8 фэнтези поинтс. Вот просто сравните, да? Кэрри, который должен тащить, 0-2 фэнтези поинтс у команды Зенит. И Кэрри, который тащит у команды LGD. 4-8. У Гира, если все будет плохо, здесь у Гира будет еще и Рапира. И в БКБ действительно пробить ему нечем абсолютно... Ну, застанет его в БКБ нечем. И с рапирой ты, конечно, такой вот Герокоптер бьет вообще все, что только движется. Сирена. Попытка размена товарами. Да, оставил иллюзии, айс-айс-айс. Еще примечательно то, что иллюзии наги могут делать вот так вот. Да.
дополнительно нюхать, забирает вышку только за счет своих иллюзий. МКБ на гирокоптере. Ура, товарищи! МКБ на гирокоптере. ДК фармит Кирасу из Гиперстоун. Урона не так много, но нормально. Урон это не главное. Главное танковать. После Кирасы, я думаю, можно будет уже какой-нибудь крит купить. Или лайфстил сначала. Ну, то есть сатаник, чтобы быть вообще супер жирным. И немножко урона это еще даст. То есть сатаник дает 20 и сколько там к силе. Альта будет, чтобы посмотреть, сколько дает сатаник. Зачем? Это же можно делать в доте. 25 к силе, 20 урона. 45 к урону еще сатаник. И после этого какой-то Дейдалус. И все, и ДК станет еще одним кэрри. И опять же АОЕшным. Эль Гато. Отправляется на базу. Что-то несет. Хвост, как этот, хвост что-то несешь, я несу вторую манту. Сэн Кинг, стан. Стан ДК с Тараской. 3 минуты еще есть на то, чтобы реализовать этот Аегис. Мека, Сайлор. Под ударом. Яо продолжает рубить барак. Сэн Кинг, врыв в Яо. Очень больно. Яо, Яо форстафит, и Яо должен уходить. Под Сурджом Дарксир ловит сетку. Где стенка? Стяжка, стенка. Шикарная игра от Ксяо. Гирокоптер минусует Джакира. Ну и что? И все. И минус визаж. 2 суппорта, но тем не менее, не потеряв вообще ничего. Не потеряв Аегис, не потеряв ни одного героя. Отлично. LGD все-таки зашли на хайграунд. 45 минут. Ура! Игра номер один закончилась. Нас ждет вторая. LGD подтягивается, подтягивается к топу. Но там, к сожалению, для LGD, судя по всему, Фнатики насасывают ДК. Это не то, что нужно LGD. Если Фнатики сейчас проиграют ДК, ДК опять выйдут чуть вперед. И... ну и не достать уже будет никого из топ-4. Пока что игра не закончена, но минус 2 стороны, вы сами понимаете, насколько все сейчас хорошо. 26 тысяч гирокоптер. Гирокоптер. Гирокоптер запакован в 6 слотов. 6-й слот у него занимает Аигис, который он может поменять на, я не знаю даже что, на Дейдалус. Либо второй БКБ собрать. Да, давайте пока чекнем, что у нас за результаты матчей. ДК убили Фнатик, Нави убили Дигнитас, Маус убили MUFC. И, судя по всему, Маус дважды убили MUFC. Сэн Кинг раскастовывает стан, но Лина успевает себя зафорстапить. DDC. Очень жесткий DDC, успевает отстанется, уходит в инвиз. Минус DDC, падает из него гем. Фридом. Фридом разменен на DDC. Где все это время был гирокоптер? Гирокоптер куда-то летел. Ставит ракету. Нету мана абсолютно. Айс-айс-айса. Стан, ульт. И Лина забирает. У DD уже очень мощные итемы. У него есть блинк-даггер и форстаф. То есть он отфорстафливается от ульты Сэн Кинга. Блинкуется обратно в драку. Байбек от Сирены. У Сирены и так все плохо. Еще и байбек. Гирокоптер 7-0-10 идет к успеху. Ну что, только не говорите, что они будут ждать следующего Рошана. Это же так жестко. Уже 15к перефарма, золото и опыта. Сжальтесь, демоны! Рецепт на Кирасу. Дейдалус Сайлор улетит. Да, Сайлор хочет урон. Ну, все правильно. Точнее, это Кристаллис, Дейдалус будет чуть позже. Когда она фармит денег на байбек. Оставляет денежку на байбек. 1400. Стоит байбек у него 2800.
Но на Дейдалус ему еще нужно 3400. Так что на байбек, ну, Дейдалуса не будет очень долго еще. Ух, какая агрессия. Кажется, им Атеха спалили. Пацаны. Или нет? Или да? Нет. Не спалили. Хексус Инкинга. Вот что он через ультимейт орб собирал. Хороший артефакт, между прочим. И Хекс скоро будет у Дарксира. Нет, следующего Рошана, судя по всему, ждать не будут. Кура летит суперсекретным маршрутером. Маршрутером. Вот, в Куре Кираса и 3 ДПшки. Шикарно. Да, пингует Яо, мол, ребята, у меня Кираса, но Синкинг не хочет ждать. Синкинг раскастовывает ультимейт в кого? В двух героев с БКБ. Падает Pin of Pain. Судя по всему, байбека нет. Падает Синкинг. Яматех. Как жестко получает этот Freedom стан, Фурстаф. Выживет ли Freedom? Минус Курьер. Они все-таки потеряли Куру, но это просто бред. Но при этом ДК все-таки передал себе Кирасу. Это главное. Все, 2-0, 2 в 0 размен, 1-0 в пользу LGD. Пишите ГГ и будем ждать следующую игру. Middle tower is under attack. LGD victory.